Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня собрались все поклонники этой замечательной игры. Мы проводим тот самый КВН уже в третий раз. Все это, то, что вы видите здесь, все, что будет происходить, идет от души, от сердца, потому что сегодня удивительный и очень особенный день для многих ребят, КВНщиков. Многих из них вы уже очень хорошо знаете. Сегодня день рождения КВН. Давайте этому тоже поаплодируем. Сегодня команды будут биться за кубок. Кубок, соответственно, у нас будут определять состав жюри. Поэтому давайте знакомить вас с составом нашего жюри. Наш дорогой, наш любимый, все его знают. Все знают, что он не меняется с годами никогда. Сиитов Совет Саутович, давайте поаплодируем. Это президент Суперлиги КВН Казахстана. Аскар Узабаев, наш большой друг и режиссер. Спасибо, Асикер, что пришел. Ну, что же, большой творческий путь этот человек сделал от Келинки до Акима. Нуртас Адамбаев, вас... наше украшение, наша жемчужина в составе жюри. Очень талантливая, очень нежная, очень искренняя. Все эти слова можно адресовать Асель Садвакасовой. Давайте поаплодируем. Человек с очень уверенным взглядом на жизнь. Кумар Лукманов. Двукратный чемпион КВН в составе команды «Алит», капитан команды «Алит» Роман Альманский. Генеральный продюсер «Бас Продакшн» Ахылбек Дощанов. Ваши аплодисменты. Председатель молодежного крыла «Жасутан» партии «Нуротан» Эрбек Даулет. Аплодисменты. Открывать я приглашаю наших друзей. Наших больших друзей. Чемпионы высшей лиги. Дамы и господа, Азия Микс открывает наше сегодняшнее выступление. Сегодняшний концерт благотворительный. А 35 лет назад в Лондоне тоже был мощный благотворительный концерт. Азиатских стран. Снова горячо трещает Казахстан. Ловите сюрприз от Азии Микс. Поем вместе с нами и качаем вверх вниз. We will rock you. I'm gonna rock you, baby. We will rock you. We gonna rock you. We will rock you. У клуба день рождения. We will rock you. Казахстан! Эх, ну здравствуй, Алматы! Сегодня такой замечательный день. Сегодня праздник КВН. А как положено, на праздник нужен какой-то творческий подарок. О, давай я тогда эту песню подарю. Я же это поэт песен. Давай.
Сергей, поэт-песенник — это тот, кто написал текст и положил его на музыку. Я пошел еще дальше. Я положил и на текст, и на музыку. Песня алматинская. Кольщик, накали мне, как тебе. Где колоть, не мне тебе рассказывать. Буду я к девчонкам приставать. Как тебе свой за углом показывать? Ты что, с ума сошел? Телевидение снимает, дети, взрослые будут смотреть. Что за пошлятина? Иди отсюда. В смысле, ты меня за одну пошлую песенку за одну выгоняешь из команды? Да. Смотри, Эльдияр, вернемся в Бишкек. Я мэру Бишкека скажу, он тебе проблем создаст. С чего это наш мэр будет тебя слушать? Об этом песня. Бишкек-Сити, мэр там молодец! Ну да. Мэр Бишкека, это мой отец! А-а-а. В Бишкек-Сити нет важнее лица! Это Сити моего отца! Отца-Сити, отца-Сити! Ты больной, что ли? А ты что смеешься? Подожди, это что, наш шаман, что ли? Походу, да? Смотри, приоделся, приобулся, красавчик. А что случилось? Девушка появилась. Да ладно. Да. Ну-ка, фотку покажи. Вот, смотри. Фу. Не-не-не, вот-вот-вот, справа. А, да. А ты где? Вот слева. Фу. Салам, пацаны! О, салам! О, салам! О, ты кто? Кто? Мы же с вами в Ушелике выступали. Я, Данияр. Данияр, тебя прям не узнать, прям изменился. Как Спарта, как пацаны там, все. В смысле? Я за Азимикс выступал. Данияр из Спарты за Азимикс выступал? Ну, походу, да, мы же выиграли. Капец, что, не помните, что ли, Нереально вы зазвездились, у меня слов нет. О, слов нет, я его вспомнил. Это же Данчик. Это же тот пацан, у которого в нашей команде слов не было. Он только кланяться выходил. Ну-ка, покажи. Красавчик. О, Данчик, точно. Нужный человек. Кто его позвал? Камон, 100 тысяч тенге дал, чтоб я его в команду позвал. Тот и позвал. Дорогие друзья, встречайте, мой родной брат со стороны нижней губы, Санджар. Что это такое? Это новый бизнес в Казахстане открыл. Колеса толкаем. Кстати, кого интересуют колеса? Качественные, хорошие. Никого не интересуют? А шины автомобильные никого не интересуют? Ты что делаешь? Совсем, что ли, с ума сошел? И вообще, почему ты опоздал? Мы давно начали уже. А это что ли? Я по Коктубе гулял, с двумя девушками познакомился. О. И с ними там ау там. Че за ау? Ну, заблудились, ау, кричали, пока нас не нашли. Ты мне скажи, ты че вчера в 12 ночи по Копчегаю в одних трусах шел? А это я из казино шел, да. Проиграл? Выиграл. Че выиграл? Трусы выиграл. Короче, все понятно. Давай, сегодня праздник, не порти его. Давай, быстро говори, что хотел сказать, и уходи. А, да. В честь дня КВН коллегам из Казахстана подарок из Кыргызстана. Вот он. А где растения? На границе отобрали. Кордай. Ты что, довольный такой? В горшок забыли заглянуть. Так что интересующиеся, если есть, потом за... Ты что, с ума сошел, а? Праздник людям хочешь испортить? Нормальный подарок мог приготовить? Ну, что ты орешь постоянно, а? Есть нормальный подарок. Ковер ручной работы в студию. Вот хороший подарок. Конечно, хороший. Там поджигаешь отсюда, затягиваешь. Ты что своими старыми шутками решил кого-то здесь удивить? Что-нибудь новое можешь придумать вообще? Новое. Как раз новое же придумал за кулисами. Миниатюра, объявляй давай. Мэрилин Мэнсон и зубная паста. Какой Мэрилин Мэнсон? А откуда я знаю, что ты там придумал? Объявляй, говори. Сегодня, между прочим, благотворительный концерт. Деньги собираем. А, деньги собираем? Я сейчас вам покажу формулу, как быстро собрать миллион. Внимание на экран.
Экран штука явно не дешевая. Снимаем его и пихаем через моего барыгу. Знаешь что? Че? Иди отсюда. Ладно. Я уйду. Но уйду я по-английски, понял? Не прощаюсь. Fuck you. Дорогие друзья, извините, он не воспитан. Зато мы воспитаны! Поехали! Дамы и господа, ничто так не пугает, как казахская очередь. Бессмысленная и беспощадная. Что там долго? Что тут очередь, что ли? Я не понял. Ты что, трамвай или троллейбус? Видишь очередь? А, братишка! Ты что-то попутал. Корочку читай. МВД. Олимпийский мишка тебе, братишка, понял? Че? Сюда читай, генпрокуратура. А базар нет, братан, не тоже места, просто не да? Фу, конечно. Ты не против, я так пройду, да? Братан, все, давай. Все, куда ты так пройдешь, назад вернись. Корочку почитаем, КНБ. Я же не выпендриваюсь, пацаны, это пришел что-то там. Эй, где? Это просто общественный туалет. А ты сам кто такой будешь? Ага. Угу. Да ну... Центр обслуживания населения. Тогда в женский пошел, сволочь, паспорт! Полгода паспорт не дает, скотина такая! Друзья, многие из вас наверняка знают, что в автошколу сдавать экзамены приходят разные персонажи. Итак, представим, блондинка пришла сдавать экзамен в автошколу. Понятно. Кошку выброси. Мяу. Ну все, заводи, поехали. Ты мой сладкий. Да не меня заводи, машину заводи. А как? Что за вопрос, а как? Вон, смотри, ключ вставляем. Ага. Все, вот это на нейтралку поставили. Ага. Все, так, сцепление отжимаем. Ага. Первое, тихо, тихо, едем. Едем, молодец. Молодец, едем. На светофоре поворачиваем направо. Я говорю, на светофоре поворачиваем направо. На светофоре. Ладно, потом повернем. Видим впереди собаку. Чуть ближе видим собаку. Жалко. Видим впереди пешеходов. Видим впереди пешехода. Жалко. Видим впереди гаишника. Чуть ближе видим гаишника. В упор видим гаишника. Включаем дворники, не видим гаишника. Видим гаишника, не видим гаишника. Видим гаишника. Улетел. Не жалко. Видим впереди дерево. Оно очень быстро приближается. Мы проходили либо направо, либо налево, либо тормоз. Три варианта. Ты что-нибудь делай вообще, женщина, ты? А что теперь делать? Что делать? Заводи, что? Да не машину, меня заводи. Права нужны тебе, нет? Давай, давай, женщина, молодец. 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 Дорогие друзья, многим из вас известно выражение «собака – лучший друг человека», но для азиатов лучшим другом был и остается конь. Именно поэтому прямо сейчас специально для вас песня азиатская, акапельная. Выйду ночью в поле с конем,
Конь пешком, а я на нем верхом, и на нем верхом с детства езжу я, потому что не хрен баловать коня. Мы не ели целых три дня. Хищно я взглянул на коня, хоть и друг он мой, но есть одна беда. Для кыргыза лошадь, транспорт и еда. Конь голодный взгляд мой уловил. Сено мне своем предложил и сказал тогда, честно я коню, сено я не ем, я сено курю. А потом такое началось. Ой, началось. Чудище за нами погналось. С нами Бэтмен был, Пушкин и сова. Вот такая иссык-кульская трава. Мы ответим вам на ваш немой вопрос. Нет, никто из нас ничего не привез. Только я с горшком и ковер есть еще, да? Пацаны, пацаны, после песни поклон же будет, да? Да-да-да, сейчас все нормально. Ну и что хочется сказать в конце выступления, дорогие друзья. Мы, как команда, представляющая страны Центральной Азии, хотим пожелать всем казахстанцам, чтобы ваша жизнь была богатая, как узбекская кухня, жаркая, как таджикское солнце, длинная, как казахская степь. И полна сюрпризов, как кыргызская политика. С праздником! Когда-то жили мы в одной большой стране, большой семье. Как братья были в Фрунзе, Алма-Ата, Ташкент и Душанбе. И пусть нас время разделило на людей из разных стран. Сближаем мы Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан и Казахстан. Спасибо! Спасибо! Давай! Красавец! Датчик красавец! Спасибо! Спасибо большое. Ваши аплодисменты, команда «Азия Микс», чемпионы высшей лиги, наши большие друзья. И прямо сейчас на сцене команда КВН «Алматинцы». Ваши аплодисменты. С днем рождения, любимая игра. Долгожданный фестиваль, каждый, кто тут по игре скучал, неважно, кто сегодня победит, зависит от тех, кто вон там вот сидит. Кстати, вот тот аксакал перед игрой нам прошептал: чувствую жара, я Ахудек А, я люблю ваш гол, крикни в микрофон. Ё-моё, стой, стой, подожди, стоп. Ты, Адик, дурак, что ли? Ты чё? Мы же договорились сегодня, выступаем за второе место, пацаны. Претендуем только на второе место. Ты чё так сильно танцуешь? Чё, первое место занять хочешь, что ли? Да, хочу, а чё? Не-не-не, брат, сегодня первое место никак не займём. Сегодня первое место либо бас-продакшеновский займут,
либо старички, пацаны. Угу. Поэтому сегодня чисто за второе место боремся, но зато на расслабоне, зато второе место, что? Давай, давай это, добивки, шутки же есть? Ну? Казахша это через карту. Не-не, так опасно, брат. Так можем вообще первое место взять, брат. Добрый вечер! Дорогие друзья, на сцене команда КВН «Алматинцы». А. Амбициозные. Л. Ленивые. Там дальше капец много букв, если честно. Лень объяснять дальше. Ну что, 8 ноября, день рождения КВН. Тихо. Что такое? Что случилось? Ш-ш-ш. Ты дурак, что ли? Ты можешь заткнуться, нет? А, ты только что разговаривал? Ну да, ты тупой, что ли? Ой, извиняйте, я думал, кто разговаривает, мешает, извиняюсь, брата. 8 ноября, день рождения КВН, и на самом деле, друзья, сегодня, это чистая правда, у нашего сокомандника тоже день рождения, поэтому давайте аплодисменты, это реально правда. Можно торт, пожалуйста? С днем рождения, братан. С днем рождения, дочка. Спасибо, братан. Поцелуем, братан. Тайр, придурок ты, на репетиции ходи, ты... Ты чё не того человека поздравил? Иди, братан, умойся. И да, и вообще ты же не с нашей команды, чё ты вышел с ним? Тайр, ну ты чё, братан, жестко тупанул сейчас конкретно. Да, братан, он постоянно такой, не отрепетированный, есть же. В смысле не отрепетированный? Это ты не отрепетированный. Это ты не отрепетированный. Это ты не отрепетированный. Это ты не отрепетированный. Пойдем пообщаемся. Пойдем. Пойдем. Воу. Какая красивая девушка. Девушка, вы сегодня вечером... Адик, подожди. Ты же женатый, братан, что ты? В смысле женатый, эй? А? Просто у меня кость широкая, понял? Чё? Или ты женатый сказал? Женатый, говорю. А, извини, братан, привычка просто. Извиняйте. Ну что, девушка, может, сегодня вечером с собой? Брат, извини, но этот, она, наверное, вечером со мной будет. Это почему? Ты, конечно, этот, не сочти за наглость, да, но это моя девушка. Извини, братан. Да. Все, кешер. Салта, короче, не-не-не, выключи, я сейчас ругаться буду. Ты что, охренел, что ли, с ним общаться? Жан, ты что, гонишь, что ли? Это же тату с твоим именем набило. Александр? Ну да, смотри ниже. А ниже? Эй, ё-моё, Тайр! Чё, пырнули тебя, что ли, братан? Не, братан, холодно. Просто. Холодно, да? Ладно, чё вышел? Вам, пацаны, неоправданные движения нужны? Нет, не нужны. На всякий случай мой номер запиши. Давай. 8-707-532-45-3. Все. Этот, кстати, не видели самого мощного КВНчика здесь? А, Кумар Лукманов, видели, вон он сидит в жюри. А вот не видели вы, вот, который сам себе режиссер, продюсер, сценарист, пародист, костюмер, ну и вот эти все дела. А Нуртас Атамбаев тоже вон рядом сидит. А не видели туалет? А туалет там. А, просто с туалета начинать неудобно было. Я пошел. Все, да. Да, красавчик. А что за тип вообще, пацаны? Чего вы его позвали? Я не могу понять. Подожди. Что ты напрягаешься? Расслабься. Мы же на расслабоне договорились. За второе место боремся. Нормально. Точно, второе место. Точно, за второе же, да? Тогда случай в аптеке, что, ё-моё? Ничего себе. Так, мальчики, стоп. Я так не могу. Я ухожу с команды. Почему? Потому что вы слишком резко переходите к номерам. Да ладно, Салта, что ты, подожди. Салта, что ты, Саке, Салта. Извиняюсь, кто последний? Я за вами. Пацаны, я отвечу. Давай. Алло. Пиццу будете? Давай. Будете. Алло, мам, я перезвоню, тут пацаны пиццу хотят. Ага, давайте. Пицца вон. Все, если пицца будет, тогда заканчивать пора уже. Давайте, друзья. А закончить наше выступление хотелось бы 5 миниатюрами, друзья. Команда КВН «Алматинцы» с надеждой на второе место. Погнали! Ну что ж, давайте сразу пофантазируем и представим. В Казахстане открылся первый казахский секс-шоп. Не валим, но невозможно.
Алло, Айгуль тате! Да тут той бастарга вообще дым даже кое мое. Да нет! Дело не в продукции, бэржахса просто дорого, цены высокие вообще, да. Тема игры «Асфальт», а у нас случай на дороге. Ух, какая. Садись, прокачу. Ну, давай. Поехали. Ты что, тупая, что ли, когда говорю, это значит едем, типа? Вообще-то я назад сел. А, давай, давай. Дорогие друзья, давайте представим, парень в первый раз занялся сексом и идет по улице. Молодой человек, вы что-то потеряли? Да-да-да. Друзья, все мы знаем, что аким города Алматы прогнал всех девушек легкого поведения с улицы Сейфуллиной. Итак, давайте представим случай где-то на другой улице. Так. В принципе, Клочкова, наверное, не знаю, да, не поедет по этой улице. Пойдем туда, давай, встанем. Давай. Тема игры «Негатив», а у нас стрелка в самом неадекватном районе. Доброе утро, пацаны. Доброе. Принес? Принес. Тезка, получается. Я дико извиняюсь. Ничего. Алло, сколько? 2 миллиона долларов перевести? Без проблем. 2 миллиона долларов, братан. Давай. Так, за что общаться пришли, пацаны? Конкретно, кто с моей девушкой целовался, вот как мужик? Ну, я. Ага. Я. Yeah. Ага. Я. Yeah. Ага. Ты что, не целовался, что ли? Нет, ты что-то меня напрягаешь. Ты что-то меня напрягаешь. Пойдем. Ничего себе, пойдем, отойдем, ну. Ты видел ствол? Да. А я просто думал, ты не смотришь, братан. Нет, смотрю. Да, братишка, вот так решим. Один боец с моей толпы, один с твоей. Будешь драться? Я в туфлях, братан. А? У меня бойцов нет, все простые пацаны. Фигня у меня есть, давай. Давай. Это ты не отрепетируй. Это ты не отрепетируй. Ты конкретно. Все, пацаны, стоп. Вы пацаны, халас. Вы что, ё-моё, все. Адик, братан, мы на стрелке. Ты где ходишь, ё-моё? Братан, чуть-чуть кейсик попал. Все, братан, ты что, давай. Не опаздывай больше, вот. Ё-моё, вот так, да, вот. Ну все, пацаны, вы попали. Опа. Ты что, самый умный, что ли? Слышишь, ты меня что-то напрягаешь. Пойдем пообщаемся. Пойдем пообщаемся. Все-таки школу бокса не забыла, косая, пацан. Один удар. Эй, ты куда ушел? Я говорю, пойдем пообщаемся. А, ты общаться звал? Уважаемые друзья, ну и в конце, вот, уважаемая команда, чисто от себя, в честь дня рождения КВН, разрешите Оскару Бесембину подарить ключи от двухкомнатной квартиры, пацаны. Тима, там же твоя бабушка живет. Ну так и он не завтра же туда переедет, правильно, чего? Не, Тима, почему только Оскару Бесембину? Вот в жюри среди уважаемые люди сидят. Угу. А уважаемым людям что принято дарить? Правильно, чапан. Выносите чапан. А? Так, подожди, окей, ты хочешь один чапан подарить, сколько там, 8 человек жюри, ты что, всем хочешь один чапан подарить? Ты что думаешь, я тупой, что ли? Что думаешь, я не додумался, а? Смотри. А? Просто я же не знал, сколько их людей будет, поэтому вот один такой сделал. Ай, красавчик, друзья, аплодисменты, молодцы. Друзья, подарок жюри, если что, после игры дадим. Ну что ж, уважаемые друзья, и в конце. Сейчас все говорят, что КВН уже не тот.
Возможно, да, КВН уже не тот, но главное, он вот тут, друзья. Спасибо большое, всех с праздником, с днем рождения, КВН! Всем удачи! Мы воспитались иначе, не МГУ и не Гарвард, но становились богаче. Да я на улице начал, дошел до шестизначной, два билета на Лейкерс и мой... Ха-ха, шучу, чё ты нервничаешь? Стоишь, толстеешь просто так на сцене. Команда КВН «Алматинцы» с надеждой на второе место. Добрый вечер! Спасибо. Это была команда КВН «Алматинцы». Очень, я сразу сказал, они классные. Поаплодируйте им еще раз. А еще я бы предложил вам поаплодировать нашему генеральному партнеру игры. Это все то, что мы, у нас появилась такая возможность, благодаря во многом им. Молодежное крыло «Жасутан» партии «Нуротан» поддержало эту игру. Ваши аплодисменты. Особая благодарность Казахскому национальному университету имени Аль-Фараби, лично ректору Мутанову Галим Каиру Мутановичу за помощь в организации сегодняшней игры. Тоже аплодисменты, друзья. Дамы и господа, команда КВН «Проспект Молодости», представители нархоза. У КВН отнюха, и это зашибись. И то, что все собрали, мега зашибись. Давным-давно проспекта не было давно. Мы знаем, но остался все равно. С виду мы стары, но в душе мы пацандары. Вместе хайпуем, флекс мы кожим, мы станцуем. Братан, там еще миниатюры показывать, прикинь. На сцене старый проспект молодости. Здравствуйте! Знаете, для нас сегодня большая честь поздравить КВН, потому что эта великолепная игра подарила нашей стране таких классных кинорежиссеров, как Аскар Узабаев, Аскар Бисембин, Нуртас Адамбаев, Нурлан Хоенбаев. Все КВНщики снимают фильмы. А Кумар Лукманов? А Кумар, братан, сейчас на яркой стороне. Ну и, Жень, ну не только же КВНщики снимают фильмы. Даже Беркут снял фильмы, так что мы можем тоже снимать фильмы. Не-не-не, сразу скажу, пас, у меня таланта нет. Аскар, я говорю, даже Беркут снимает фильмы. Чтобы как-то соответствовать КВНу современному, нам нужен такой сценический конфликт. Говорят, это модно. Будет вам конфликт. Я хейтер, всем дизлайк алейку! Вы чё, старики, вы чё одели? Где свитшоты? Где худи? Худи ты тут выпендриваешься. У меня есть идеальный сценарий для казахстанского фильма. Давай, начинай. Короче, Келинка. Так. Выходит замуж в 30. Супер. За Акима. Он помогает ей сделать бизнес по-казахски. Отлично. Потом они делают той любой ценой. Зовут туда Худалар, Кластастар, пацанов с района. Потом, на следующий день, они едут... По дороге к матери по в дороге Тарас, к матери, всего, сказать, Тарас. Да? На следующий день по дороге к матери в Тарас. Кого-то они, может быть, встретили по дороге к матери в Тарас. Ну, тоже вариант, да? Не-не, потом они, короче, зашли в невзрачное кафе «Махабат». Потом их там встречают два рэкетира. Первый четкий, второй, ну, так себе. И потом, чтобы они, ну, спрятаться, они снимают беспонтовое логово. Вот. И у них дочь Тамирис. Ну и Аскар Узабаев просто не знал, как подвязать ее. Красавец. Вот это больше, чем кино. Молодец.
Давай. Все, всем дизлайки, увидимся в комментах. Мы, походу, капец, в КВН давно не играли. Ну что, давай, вспоминаем! Братан, я это, спросить хотел. Мы почему, когда вместе играем, у меня никогда слов нету? Братан, потому что мы, когда вместе играем, ты всегда слова забываешь. Я забываю? Ты забываешь. Когда забыл? Когда я забывал слова? Вот видишь, иди учи. Такая сложная ситуация может произойти с любым чиновником, когда в коридорах Ак-Орды он одновременно встречает Нурсултана Назарбаева и Касым Жомарта Тохаева. С кем же из них мне поздороваться с первым? С первым? Или со вторым первым? Давай по старшинству. Так младший поймет, что он младший. А, скажу общий! Да нет, потом меня уволят из-за утраты доверия. Да чё я вообще паникую? Я же вообще чиновник с Кыргызстана. Не, ну все равно капец страшно. Хайрат Калайсин. Ё-моё, я теперь еще и Хайрат. Перед тем, как выйти на сцену, нам сказали, оказывается, о том, что в зале сидят представители Акимата. И мы вот, пользуясь случаем, пока мы здесь, так сказать, с глазу на глаз, в такой дружной обстановке, ну, хотим кое-что заявить. Дело в том, что вот у меня на днях супруга будет рожать, и я хочу, чтобы потом, когда она домой с ребенком вернулась, ну, я написал ей там под окнами нашей квартиры на асфальте: «Я тебя люблю, спасибо за дочь». Но асфальт под нашими окнами разбит, и написать признание вообще невозможно. Вы бы не могли там подарить нам хату в другом районе города, пожалуйста? Это чисто просьба. Друзья, с праздником вас! Проспект Молодости, спасибо! Прямо сейчас от души ваши аплодисменты. Добрый вечер, друзья, как дела? Друзья, ну что, вы устали, что ли? День рождения КВН. Давайте поаплодируем все. Давайте, все. Вот, вот так вот. Классно, друзья, тут замечательные зрители собрались. Среди зрителей тоже есть КВНчики. Я вас искренне поздравляю. Вот замечательные члены жюри присутствуют у нас. Братан, братан, кто-то из звездных жюри не пришел, что ли? В смысле? А что там Роман Альманский сидит? Вы что ли? Роман Альманский очень уважаемый человек, юморист, бывший капитан своей команды. Все, все, пацаны, понял. Кто-то не пришел, вместо него он сел, да? Ты дурак, что ли? Смотри, уважаемые люди, еще вот Нуртас Адамбай сидит еще. Вот он недавно снял фильм «Аким». Давайте поаплодируем. Давай. За премьера, да, все-таки. Ха-ха, братан, я его схему понял, короче. Он хочет как Зеленский. Вот Зеленский снял «Слуга народа» и стал президентом, да? А он хочет стать Акимом. Вот какой молодец, а? Вот, молодец. Подожди, а? Подожди, Есенжан, вот по твоей логике, когда он Келинг Сабина снимал, он кем хотел стать он, да? Ну, молодой был, ошибался. Да-да. Дорогие друзья, видите, замечательный КВН. А вот вы знаете, у каждого КВНчика есть такая традиция. Братан, можно быстро выйду? Зачем? Смеяться хочу. Подожди, сейчас заиграем, потом выйдешь. Ладно? Все, да. Дорогие друзья, вы знаете, вот мы как КВНчики хотим вот такой секрет рассказать. А у каждого КВНчика есть такая традиция. Братан, я выйду, я вообще терпеть не могу. Смеяться хочу, нереально. Подожди, да, Улет, сейчас доиграем, потом выйдешь. Что ты как это? Спокойствие. Друзья мои, в общем, каждый КВНщик, вы знаете, вот когда перед выходом на сцену, прям мы сзади всегда стоим, когда... Пуф, ёлки-палки, выйди, выйди теперь, ё-моё. Чё такое? Не успел. Ну что ж, друзья, от души душевно в душу, поехали! Итак, продолжаем. Бабушка, которая до сих пор считает себя молодой, ловит такси. О, такси. Куда, бабушка? А у вас двое, я не поеду. Дорогие друзья, сейчас, внимание, 2003 год, 3 часа ночи в обычной казахской семье. Пап, вставай, вставай! Бушудо начинается!
Спасибо от души! Ваши аплодисменты, это команда КВН от души выступила. Сегодня на самом деле очень разные выступления ожидаются, поэтому присутствие вот этой очаровательной дамы на сцене не случайно. Дорогие гости, сегодня корабль юмора погонит вас по волнам шуток, реприз, миниатюр, гэков и других хахахишек. Под ваши бурные аплодисменты встречайте увеселительный коллектив, сборная шоуменов КВН «Не тамады». Алло? Алло, здравствуйте. Тамада, да? Ага, да. 29 ноября свободно, да? Да-да, свободны. А, хорошо, мы тогда подумаем и перезвоним вам. Хорошо. Мы будем ждать звонка. Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Тоя. Легкий номер набери. Я ведь жду, я ведь свободен. Не пугайся ты цены. Поторгуйся хоть немного. Я хочу услышать голос, я хочу услышать голос. Долгожданный голос твой. Алло! Алло, мы вот все толпой дома подумали и решили, мы вас покупаем. Куда предоплату привезти? Да! Алло! Алло, а мы, оказывается, передумали. Нам Турсунбек Кабатов нужен. Телефон номер есть его твой, а? Yeah. Эй! Друзья, перед вами сборная шоуменов. На самом деле, прямо сейчас каждый из нас ведет мероприятие в ресторанах поблизости. Но пока там идет первый тост опашек, мы выступим здесь. Если суммарно сложить все наши гонорары, на сцене сейчас стоит 7 миллионов 500 тысяч тенге. Извините, опоздал. Прошу прощения, 7 миллионов 550 тысяч тенге. Да, да, все правильно. Спасибо, что... Так, ребят, сразу позвольте, я объявлю первый номер, потому что я являюсь официальным голосом футбольного клуба «Хайрат». О, ты точно нет. Почему? А то мы проиграем. Иртышу. 5-0. В КВН! Ты представляешь, это в КВН! Друзья, ладно. Давайте я начну и объявлю первый номер. Секундочку, а почему, собственно говоря, ты объявишь первый номер? Ну, как почему? Из-за меня люди даже меняли дату свадеб. Из-за меня люди женятся. Из-за меня люди разводятся, а потом женятся. А, ну да. Я вел там, где пел Григорий Лепс. Я вел с Лепсом. Я Лепс. Да, лицо знакомо очень сильно. Друзья, это все ерунда, конечно же. Ты где бил? Я? Дубай, Швейцария, Базель, Италия, озеро Комо! О, ничего себе! Ха-ха-ха, смотри! Диана 1! Диана 2! Диана 3! Гранд Холл Куадер! Браво, это очень... Стоп, мужики! Зачем нам КВН тогда, не могу понять, а? Так, ребят, давайте пока ничего не испортили, давайте будем начинать. Ваши аплодисменты!
Друзья, друзья, давайте небольшой интерактив, давайте расслабимся, друзья, прямо сейчас все вместе, давайте посмотрим на соседа с правой стороны, давайте все вместе, с правой стороны, поверните голову, поверните в правую сторону, друзья, поверните голову, все, друзья, это несложно, у всех есть голова, давайте поверните голову в правую сторону, посмотрите на соседа с правой стороны, видите ухо, вот это прекрасное ухо, повторяем следующие слова, внимание, слушаем. Эй! Ты лучший. Раз, два, три. Отлично, друзья. Ну а теперь повернули голову в левую сторону повернули, друзья, повернули в левую сторону. Смотрим на соседа с левой стороны. И в это прекрасное ухо соседа с левой стороны повторяем следующие слова. Слушаем. Эй, я знаю. Раз, два, три. Вот вы лучшие, друзья, доказали, молодцы. Ну что, дамы и господа, дорогие друзья, поднимите, пожалуйста, все левую руку. Все, поднимите давайте левую все, руку. Друзья. Представьте, что это любовь. Да, поднимите любовь. Не опускай левую руку и поднимите правую руку. Представьте, что это вы, да. И давайте вместе, чтобы любовь и вы соприкасались. Ай, молодцы! Рус, видно же, это же тебе неинтересно. Залу тем более неинтересно. Надо же по-современному, да, апгрейд, обновленный вариант. Смотрите, уважаемые дамы и господа, поднимите правую руку, поднимите, очень волнуйтесь, до конца давайте. Все подняли, да? Ага, представьте, что это я, ведущий Марат Алибаев, ага. А теперь поднимите левую руку, да, у вас же есть левая рука тоже, да? Поднимите, да, вот. А теперь так, гипотетически, да, представьте, это Айжан Байзак, например, да? Ну, а теперь соприкасаем. Что такое? Есть секрет? Да-да, пойдем. Друзья мои, на каждой свадьбе у нас есть традиция. Мы смотрим, как невеста бросает в зал букет. Давайте попробуем традицию эту сделать здесь сегодня. Прошу. Это Виктория. Недавно она вышла замуж. Поаплодируйте Вике. Да-да-да, вот такое замечательное событие в нашей большой семье. Сегодня она решила свой букет тоже бросить и осчастливить кого-нибудь. Пожалуйста, Вика, пожалуйста. Найди. Вот, девушку. Вот. Опа! Поаплодируйте, девушки. Поддержим! Совсем скоро. Девушка, да, поднимайся. Пусть все. Поаплодируйте, девушки. Совсем скоро у нее будет свадьба. Браво, браво! Кого-нибудь осчастливит и она. И, скорее всего, кто-нибудь из нас, я думаю, что даже я проведу у нее свадьбу. Да, давайте. Как зовут вас, девушка? Зера, боже мой, спасибо вам большое, поздравляю. А что тянуть? Давайте прямо сейчас все и сделаем. Ага. Церемония регистрации брака. Как здорово, что ваше решение является добровольным, взаимным и обдуманным. И власти, данным мне Советом Саутовичем, объявляю вас мужем и женой. Горько! 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 Слово предоставляется родителям. Ну что, что тут скажешь? Ну, первое время, конечно же, у нас поживете, да? Да. А завтра съедете. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Зере, не дождалась ты меня. А я ведь только покурить вышел. Ну и пойду курить. Ну и на сегодняшнюю свадьбу пришли все бывшие наши невесты. А это сосед сверху. Репетитор по английскому. Репетитор по казахскому. Водитель Яндекс.Такси. Доставщик Яндекс.Еда, актер сериала «Патруль», жена актера сериала «Патруль», лысый из «Бразерс», продюсер Сейфуллина Жолбарыса. Ну и футбольный клуб «Кайрат», второй состав. Ну что, Зера, тебе хорошо, мы очень рады за тебя. А давай ты тоже сегодня кому-нибудь кинешь букет, да? Сделаем это еще раз. Давай, выбирай и кидай букет прямо сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как тебя там? Не дождалась ты меня тоже?
Ваши аплодисменты! Ну и в завершении. Почему вы, собственно говоря, вышли на эту сцену? Наверное, потому что игра не отпускает. Любимый зритель, эмоции. Ну, может быть, потому что мы любим КВН. Да, да, да. Да кого мы обманываем? Скоро новогодние корпоративы. И еще есть свободные даты, номера, если что, за нами. Звоните! Сборная Шоумена! Прямо сейчас сборная Евразийского национального университета. Отец, я должен признаться тебе. Ты мне не отец. Что? Ты моя мать. Тогда я тоже должен тебе признаться. Я не твоя мать. Я твоя тетя. Что? Тогда я тоже должен тебе признаться. Я не твоя племянница. Что? Извините, я тут за вами подслушивала. Сестры, и хочу вам признаться, что я не глухая. Что? Слушайте, я тут мимо проходил, братья мои, и мне тоже нужно признаться вам. Я не проходил мимо. Что? Я тут краем глазом услышал. И хочу вам признаться, походу это не чай. Это джай. Стоп, джай! Все. Ну что ж, с днем рождения, КВН! На самом деле хочется сказать... На самом деле хочется сказать огромное спасибо КВНу за то, что ты нас собрал. Мы наконец-то хоть как команды увидели. Как раз кстати, ребята, именно сегодня я хочу сделать предложение. Ты серьезно, что ли? Да, я очень сильно волнуюсь, пацаны, поддержите давай, меня. Давай, да. Ну давай, делай. Блин. Встаньте, пожалуйста. Нуртас, короче, такое предложение есть. Вы же крутое кино снимаете же, по сути, да? Оскар, отверните, пожалуйста. У меня небольшое предложение есть. У меня тоже девушку Сабина зовут. Оскар, закройте уши, пожалуйста. Только вы же нормальные фильмы снимаете же, да? Так что у меня, короче, Love Story надо снять, только у меня бюджет маленький. Все, понял. Оскар, короче... У меня на чистоту трешка есть только. Кто-то сказал, на чистоту трешка есть? Салам, КВН! А? Заценили мой походон? Ох, как запахло вкусно. Это Дживанши на разлив? А, вот и тот самый запах. Нуреке, Асхареке, Аселехе. Эх, молодость вспомнил. 70-е, золотое было время. Лиманский еще был молодой, анекдоты еще свежие, смешные. Инстаграм не зарегистрировался. А Селя вот такая вот была. Или вот такая вот была. Ну или вот такая. Ну ладно, Селек, беги, это тебе не реклама кино. Тут вещи серьезные. Кумар! А, вот ты, Кумар! Ну чё ты там сидишь? Давай, Алдер, цепляй его и сюда.
Давайте, ну аплодируйте! Перед вами вице-чемпион высшей лиги КВН 2010 года, самый популярный шпагат Азии, креативный продюсер проекта 39 квадратных метров Кумар Лукманов! Ну что ж, дорогие друзья, пока мы играем КВН, YouTube заполняется контентом. Давайте посмотрим один из самых популярных шоу на YouTube – «Шапалах Шоу». Итак, против чемпиона КВН сегодня выступает чемпион по шапалахдаванию, «Золотая ладошка 2019» Александр Шапалахбеков! Ну, правила вы знаете, да? Все смотрели. Это когда друг другу по шапалаке дают, да? Итак, давайте. Сейчас битва взглядов. Поехали. Все. Кумар, поспокойней. Кумар. Все. Итак, по жеребьевке начинает самый смешной. Александр, начинайте. Кумар Лукманов, ваши аплодисменты. Давайте еще раз поаплодируем. Здравствуйте, я Марко. Скажите, как много миниатюр вы знаете? Они бывают разные. Некоторые даже странные. Но давайте мы с вами посмотрим. Хан вегетарианец. Хан, у вас родился сын. Режьте капусту, редиску, брокколи, давай. Я проснулся в стране, где в одном из спецподразделений сразу можно понять, кто раньше работал физруком. Го! Давай, пойдем! Вперед! Дорогие друзья, мало кто знает, что мы единственная команда КВН, которая отбивается под свои же песни. Ну что ж, дорогие друзья, долго тянуть не будем. КВН, мы тебя любим, с днем рождения. И спасибо тебе большое, что хотя бы 5 минут мы не материмся. На очереди еще одна яркая, мне кажется, очень интересная молодая команда. Думаю, вам должно понравиться. Бахтияр Тайлакпаев. Мой девушки день рождения. Сегодня день рождения КВН. Спасибо женщине, которая его рожала. Когда его мама рожала, вся больница дрожала. А когда он родился, участковый застрелился. И врачи сказали хором, этот мальчик станет вором. С днем рождения, КВН. Сегодняшний день для нас особенный. А день бывает разным. Добрый день. Пасмурный день. Продуктивный день, продуктовый день, самый лучший день, заходил вчера, эти дни, день олицетворения, день проникновения. День искусственного дыхания, день всемирного защиты детей и морских млекопитающих. День открытых дверей Массачусетского технологического исследовательского университета мембранных звучаний питания.
День-день. Цомян. Деньги. Динозавр. День рождения. А день рождения бывает разным. Порожниковый день рождения. Алла, хатада болатын день рождения болу. А, жумыста, пицца заказ берет болатын день рождения. Кешке планшок көремыз ғой дейтін день рождения. Қазақ еліне плюс бір батыр дейтін день рождения. Пойди, паспорт қойынша, завтра ғой у меня день рождения дейтін день рождения. Сен туғанда не үшін қуандық дейтін день рождения. Ана, между нами дейтін день рождения. Мына байқұстың туған күні екен ғой, айтпайсыңдар ма? Дейтін день рождения. Кішкене тосайып шықты, алғаш емеспіз ғой, дейтін день рождения. Хабиб өтті, тую, юбилей. На сцене Бахтияр Тайлақбаев. С днем рождения, КВН! Кто против сегодня нас играет? Ой, не видно. Кто против сегодня нас играет? Казах Таймс. Это же передача. Патруль. Это же сериал. Там Сека Вайнс еще. Они вообще вайнеры. Получается, кроме нас сегодня КВН никто не играет, да? Но наш главный соперник это русский язык. Уже 1-0? Уже 2-0. Калай 2-0. Уже 3-0. Калай, уже 4-0. Перестань, а? Всем смеяться, работает Бахтияр Тайлақбаев! А у нас русская рулетка. Бисмилля, бисмилля. Меня зовут Полежаева Ирина Николаевна. Я из Ульяновской области, города Новосибирск. В нашей местности славится соленые огурцы. Огурцы в студию! Я сегодня пришла не пустыми руками, а со своим внуком. Он у нас талантливый. Станцуй! Стоп! Русская рулетка не лучше, да? Более чудище. В конце хотелось бы закончить зарубежной песней, посвященной ко дню рождения КВН. Подпеваем! I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you on a holiday. You can be my love in the sky and holiday and take you on a self-inside. With love for you. Best team КВН Бахтияр Тайлақбаев. Believe in all of them. Это была команда КВН Бахтияр Тайлақбаев. Очень интересные, очень разные, поющие на английском языке. А следом идет сборная СССР. Стоп, музыку! Сека, давай ты первый выйдешь, мы тоже хотим под аплодисменты выйти. Давай. Заново. Добрый вечер, дамы и господа! Отличное настроение, прекрасная игра. Давайте поаплодируем еще раз. Но мы хотим сделать заявление. Да. Биткейт. Хорошо.
Нам не нравится БРТ. Потемирязева, а? Пробки, понимаете? Напрягает очень. Но не может нормально. Вот эта белочка, что это такое? Что за белочка? Зачем она нам нужна? Сека, столько про Сифулина денег? Скажи, про Сифулина. Какой Сифулин? Иди отсюда. Вот эта белочка, зачем она нужна нам? А ее сейчас нету. Сейчас на митинг, чтобы выходить, надо разрешение спрашивать. Это нормально разве? Сека, про Сифулина скажи. Да найдем мы твою тёлку, успокойся. А понимаете, это разве правильно? Алло? Ага. Пацаны, нам БРТ нравится. БРТ это хорошо. Понимаете? БРТ это классно, там общественный транспорт, обычный народ. Сека, я не понял. Понимаете? Сека, ты что так резко переобулся? Тебе что, с Акимата позвонили? Выше бери. Да ну. Сам Аким, Сагнитаев позвонил. Нет, выше бери. Серьезно? Сам президент Казахстана? Токаев? Нет, выше. Да ну. Сам Ельбасы позвонил? Выше. Кто может быть выше? Мама. Она просто беспокоится, что я на сцене такие вещи говорю, что переживает, что в Шри-Ланку уеду. Все, пацаны, расслабьтесь, да? На расслабоне безответственная игра, можно на расслабончике так сыграть. Да, кстати, пацаны, насчет расслабления, я же массажный салон открыл. Серьезно, я люблю массаж, а боди-массаж есть? Конечно, есть. А фотки есть? Да, вот смотри, вот в красном белье, вот в черном кружевном белье есть. А за что ты себя показываешь? Массаж, ты без эмбоинт, брат. Вот смотри, у меня какие нежные руки, видишь, как классно. Больной, что ли? Хонда, что ли? Майжагванацма, больной, что ли? Не, ладно, понятно, УАЗы массаж, да? Сека, как твои дела? Чем занимаешься? Я сейчас не Сека же, я Сека Вайнц. Получается тогда Нурик Нургали Вайнц, что ли? Не, брат, я вот этот вот не помню, как его зовут, вот рядом Сека. Ходит же друг его, вот это я. А, братан. Так, кстати, ребят, давайте поговорим о казахстанском футболе. Вы недавно видели, Хайрат Иртышу про 5-0 проиграл. 5! А вчера Астана Азе проиграл 5-0. Опа-на, я вспомнил. Ты когда мне 5000 вернешь, а? В 2012 году ты 5000 в долг взял и так и не вернул. Не, ну, братан, сейчас нету, потом отдам. И чё, екму уникен шилдан барба. Ахша жопа, как ты живешь? Не, ну, вот так вот нету, брат. Будет, отдам. Это пацаны, я нормально стою, да? Классно. Все, супер. Вообще классно. Не, пацаны, хорош негативить, да? Деньги – это все личное, да? Давайте лучше начнем. Сегодня праздник, день рождения. Давайте с миниатюрок начнем. Поехали. Уважаемые дамы и господа, случай в ресторане. Нормально, да, сказал? Классно, брат. Отыши, брат. Где она ходит? Аза, ты пипец, натуре. Ахша, жоп, сам в ресторане сидишь. Сека, это же миниатюра просто, ты чё? Не, ну давай так, давай не ресторан, а случай такой в дешёвой столовой, да? Вот, нормально, всё, вот, барабин. Не, я хочу посмотреть, что ты заказываешь. Следующая миниатюра про двойное свидание. Бывает так, что девушка берет на свидание с собой подружку, и, как правило, она тоже страшненькая. Ну и парнишка тоже для уверенности берет своего друга, тоже страшненький. Итак, представьте, 4 человека и все страшные жизнь. Кой арақ шеке? Иә, шек арақ шеке. Давай, ұрып жүрейік. Друзья, следующая миниатюра – сказка «Аленький цветочек». Братан, чуть-чуть атмосферы дай. Аленький. Ну что ж, дочери мои, уезжаю я в заморские страны. Что вам привезти? Что тебе привезти, старшенькая моя?
Привези мне, батюшка, Камри 70-ку с Грузии. Хорошо, Камри 70-ка плюс растаможка. Что тебе привезти, средненькая моя? А мне привези норковую шубу, платьюшки, потом вот заморское колье и Гуччи сумочку хочу. Хорошо. А что тебе привезти, моя самая младшая, самая любименькая, Алёнушка, на оставшиеся 200 тенге? На сколько? На 200 тенге? А, принеси-ка ты мне, батюшка, цветочек аленький, а? Я же ее на ноги натяну, одену, вот так одену, юбочку сделаю, кофточку сделаю, буду ходить, люди будут говорить, смотри, какой аленький цветочек идет красивый. Я же шапочку себе сделаю, лысенькая я у тебя, батюшка. Все, доченька, перестань курить этот аленький цветочек, все, давай, завязывай. Сейчас, да? Случай на дороге. Братан, увереннее скажи. Нет, случай на дороге. О, классно сейчас, да. От души, брат. Салам алейкум. Докинь девушку до Абая Мамушулы. Все, не проблема. А где девушка? Так вот же. Так это же мужик. Нет, в смысле? В смысле ты мою девушку оскорбляешь? Вообще, пошел вон отсюда, не нужно твое такси. Из-за таких, как ты, приходится нервничать. Братан, есть закурю? Ой, Джану, прости, пожалуйста. Не, пацаны, классная шутка. Вообще слов нету, она зашла прям, понравилась. Давайте ее обратно поставим. Мы только что ее отыграли. Что, гонишься? Да она проверенная, ты понимаешь, это день рождения КВН. Здесь надо проверенные шутки ставить. Сам тогда девушку играй. Давай сыграю, не проблема. Случай на дороге. Грамотно, братан. Отшу. Салам алейкум. Докинь девушку до Абая Мамушулы. Все, не проблема. Девушка, садитесь. Так, я не понял, что за прикол, а? Я что, на девушку похож, что ли? Не, ну, брат, ты классно девушку отыгрываешь. Я просто здесь стоял и ничего не отыгрывал. Я честно вот на тебя смотрю, я верю, что ты девушка. Да на то пошло, я таксиста лучше отыграю, чем ты. На, остановись, я сам отыграю таксиста. Случай на дороге. Аккуратно, аккуратно, баба за рулем. Выключи музыку, выключи! Не понял, давайте собрались, все, всей командой собрались, быстрее, я что-то не понял, как трансформер, как вот эти боты. Собрались быстро, как трансформер. Десептиконы. Вы что гоните, Сека? Что ты хотел, говори. Блин, что я хотел? Я хотел, знаешь, о чем сказать? Я устал, ты понимаешь? Чего я всегда играю роли тёлок? Мне обидно, ты понимаешь? Почему я должен в КВН 10 лет почти, когда играл с вами, в КВН тёлку отыгрывать? Братан, братан, дело... Что, ты не веришь, что я мужик? Я мужик. Успокойся, успокойся. Братан, дело не в этом. Просто у тебя харизма, актерское мастерство. У каждого человека есть свой плюс. Вот ты классный актер. Вот Нургали актер, где... Айталмай Менде. Айталасандарма актёр? Айталмай Менде. Зато хороший автор. О, да, да. У каждого человека плюсы. Аза вот массаж классно делает. Классно, да? Абзал вот грамотно стоит. А, души. Абзал грамотно стоит. У каждого свой плюс. Вот у меня мой плюс – настойчивость, пацаны. Если бы я не настаивал, мы бы не собрались здесь, мы бы не сыграли, мы бы не кайфанули. Вот вы же кайфанули от этого? Да. Да? Мы же кайфанули от этого. И за эти эмоции охота поблагодарить и сказать огромное спасибо. КВНу? Нет, братан, бери выше. КВНу? Да. Перед вами выступала команда КВН СССР. Спасибо. О, классно, классно, брат, сказал, классно. Супер, супер. Нормально сказал, да? Что, дальше больше, да? Идем дальше. Сборная городов. Вот такая вот веселая команда. Давайте поаплодируем. О,
Ну что ж, добрый вечер, Алмата! Халай, старая митинка мест, плакаты мисс Китчевар. Кит-кит, давай. Жаландап, не вот сочема. Плакат курсе, улю халаду слары. Друзья, перед вами ведущие столицы Казахстана. Шымкент, культурная столица. Костанай, зерновая столица. Нур-Султан, административная столица. Алматы, южная столица. Семей, столица зависти. Ой, басталды. Кур-Алмаймс, зато в Семее родился Абай Хунанбай. Басталды. Роза Рымбаева, Ринат Заетов. Да нету его, нету Кетчеваледы. Вот Семей, вот Баргой, у вас вот кроме моста ничего нет уже. А почему кроме моста ничего нет? Потому что все бабки в Астану вбухали. Не Астана, а Нур-Султан. Вот именно, вбухали в Астану. А Нур-Султанга мешок. Вот он сендер Семей Баргой, да? Вот. Ух, ничего себе часы. Вы что, ЛРТ продали и часы купили себе, что ли? Ой, бастал-то, да? Вот опять бастал. Чья б корова мычала? Две коровы, будь политкорректный, Нур-Султан. Нет, я не понимаю, а почему вы все думаете, что обязательно в Астану вбухивают все деньги? А куда? Как куда? В областной центр! Текст песни соответствует городу. Ну, как дела, нищеброды? Ладно. На, Чимкен, даешь. А ты кто? Костанай. Тырым қызылорда боп тұрғы. Ладно, салам. Ассалам. Чувствуешь? Не, ага, такое предложение. Оно хожахмет и себе мазали ворвы, сон ворота щи. А что если сол пульт пе нашла, там капуем за тобой? Эй, Джану, не я решаю все финансовые вопросы. А кто решает? Запад, Ахтау, Атрау решает. Ахтау, Атрау? Да. Салам. Псуля. Эй, потом на Айрастане дальше летим. А скат что, скат? Ты вообще за людей не считаешь, да, кажется? Джаным, я считаю, джаным. В губы ветру. Ага, не ворган, да? Хоча ахмес, я свою кисень не сварган. Прикинь, сон купола пульт пем, ты пошел. Смотри, опять деньги, да? Опять деньги, ахша. А надо, еле кутылбек, а надо, че? Ед, мы на ангелдим, не говори. И бутыпкал, да, не сам ангелдим. На то пошло, да? Вот почему мы должны вам деньгами помогать? Почему мы должны скидывать? Нам, когда будете скидывать нам деньги? Эй, мы же вам постоянно скидываем на каспи. Эй, ты на карточку отправляй, ты что в море бросаешь? Девочки, привет. С вами Караган? Да. Кутешки, давайте договоримся раз и навсегда. Я мистер Секс Караганда, 2000 все года. Тухташ. Сядь. Капец, мы похожи. О чем вы шутите? Караганду должен представлять наш КВНщик Ануар Нурпейсов. Где Ануар?
Где оно? Ребята, я вам скажу так, это очень странный парень. Он меня разбудил, а сам пропал. Боже мой, какие люди в жюри. Асель Садвакасова, Аскар Озабаев, Нуртас Адамбаев. Видел ваши фильмы. Я вам скажу так, очень даже зачем. Кутешки, кутешки, кутинайки, пойдемте со мной. Ребят, мы не шутим не о том. Серьезно, сегодня праздник, день рождения КВН. А как какой говорит. День рождения без настоящего интеллигента? На улице Малады, я счастлив, когда прошел с тех пор ужасно. Разрешите отрекомендоваться. Команда КВН «Доброжелательный роман» Дмитрий Кириллович Хасинский. И по совместительству официальное лицо Алматинской синагоги. Почему именно вы? Слушайте, ну не вы же, ей-богу, ну кто еще, если не я, ребят, логику включайте. Братан, 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 синагога, деген, не? Біздің найманский тема, о. Господа, дамы, кумике, у меня важная государственная миссия. Я прибыл в Казахстан, чтобы официально вернуть Казахстану Оренбург. Да, да, вот. Вам надо? А мне, у нас есть уже. Питер, имен госвек это погасло. Ребята, не, вы так легко, почему так легко расстаетесь с Оренбургом? Ну я просто из Питера, мне вообще пофиг, если честно, в Казахстане, он в России, сами с этими пенсионерами разбирайтесь. Ребят, ребят, ну на самом деле, ну красавчик, ё-моё, ну, да, да, Санкт-Петербург прилетел, да, да, правильно? 7000 да. Километров, 17 тысяч рублей потратил, он же мог с Масляковым. Правильно? День рождения да, праздновать. Но нет, он к нам приехал. Ну что сказать? Что сказать? Долбан. Долбан, долбан, да, долбан. 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 Спасибо. Ребята, девочки, кутешки, зачем вы так с гостем? А? Это же не по-христиански. Это даже не по-мусульмански. И даже не по-буддистски. И даже не по-яговски. И даже не по-тенгриански. И даже не по-шамански. Кто-нибудь будет меня перебивать? У меня уже религия заканчивается. Девочка, привет. Чего устали? Давайте, давайте, выступайте. Чего устали? А кто это? Это Чемолган. Чего хотят, то и делают. Ребята, день рождения все-таки, да? По этому поводу предлагаю, чтобы среди нас наш гость сказал тост. Уважаемые дамы и господа, хотелось бы поднять тост, благодаря которому, как правило, заканчиваются все такие массовые скопления людей у нас в стране. За мусоров! Вот здесь, собирайте его, вот здесь, давайте! Начинаем! Добрый вечер, как вы, друзья? Ну-ка, 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 где мои друзья? Ну что ж, дамы и господа, праздничный набор шуток от сборной городов. Встречайте случай в клубе. Құрметті тәртіп сақшысы. Мына ішке кіріп, әуеннің әлеміне бөленіп, құлақ құрышын қандырып, сүйектерді сықырлатып, бір билеп кетсем қалай қарайсыз? Үндемегеніңізге қарағанда келісіміңіз мол екен. Түсініңізге мың тағзым. Ай, құрдастар! Мына батыр екен, Абылай ханның ұрпағы екен. Түсінігі мол, ойы түзу екен. Жүріңдер, бірге кірелік! Милостивый государь, дорогой хранитель тел и душ страждущих,
Смею ли я надеяться, что сегодня, как и всегда, мои чресла перенесутся прямо в сия чертоги, дабы там я смог воссоединиться со своими соратниками? Ну, синий фантомас, так синий фантомас. Ну что же, дорогие друзья, сейчас сугубо казахская миниатюра. Я прошу прощения, извините, пожалуйста, ребят, я извините, что прерываю. Вы сказали сугубо казахская, я просто из Петербурга летел практически пешком, шел. Можно я хотя бы еще в одном номере сыграю, пожалуйста? Главную роль, а то ради двух слов, ну, странно. Базару нет? Случай в гей-клубе. Ну, синий фантомас, так синий фантомас. Все. Кетті ғой, кетті. Кетті, ал енді өзіміздің қазақтың нормальный гей-клубы. Көрек. Не проходит. Не, ну просто дешево же, дешево. Братан, это гей-клуб, дурак что ли? Ну и ладно, просто комбат и место. Э, гей-клуб очень немало. А чё, Мара чё? Мару чё будет? Ну он мне не сварнулся. Э, Рус, медет! Э, джурсингдер ште кабин говорыган. Э, чистый узун, джиктер водрамс. Отвечай на джиктер, любой на айрам барго. Как будто. Ну что ж, дорогие друзья, представьте себе случай в сауне. Здравствуйте, здравствуйте. Девушек вызывали? Конечно, вызывали. Подожди, сюда иди, подожди. Что там? Ты что, Айдар сауна? В смысле? Айдар, бар сауна? Сам Аким города сказал. Что сказал? Их нет. Кого? Их нет. Их не существует. Кого? Их не существует. Вот этих вот жирных тварей. Нет. И что делать теперь? Выкручивайтесь. Как? Не знаю, как. Ну, выкручиваться так, выкручиваться. Случай в больнице. О, нормальная тема. Ну, если в больнице, так в больнице. Здравствуйте. А, как его, медсестер вызывали? Да-да, вызывали. Только, а что вот эта медсестра у вас стесняется? Можно всех медсестер посмотреть? Практикант торгов. А, все, да? Ага. Ну, что, что почем? Ой, что почем, говорю. Какие условия лечения? Один укол 10 тысяч. Ну, пусть будет так. Два укола 20 тысяч. И этот, как его? Госпитализация есть? Ну да, есть. Сколько? $100. Ну, в принципе, нормально. Создан. Нормально. Процедура амбер, перчатку мы откуземся. Ага, все. А, скажите, пожалуйста, у вас уколы какие? Внутривенно, внутримышечно все делаете, да? Классика у нас, классика. Ребят, я хочу сразу сказать, этот, вот, эту грех, там да, скорая ждет, надо 2000 скорой отдать. А, ну отдадим, отдадим. Девочки, кутинайки, среди вас есть стоматолог? Ребят, я же сказал, чисто классика, ну чё вы, не усугубляйте так хреново, не знаю, что говорить уже. Видите, я прошу прощения, у меня просто особенное заболевание. Его может вылечить только вот эта пышная медсестра. Можно? Эмми Уорстард, им дымиме. Мара! Мара! Ой, Маржан! Маржан! Простите, у меня... К вам лично вопрос, личный вопрос к вам. Вы тоже лечите, да? Я этот, я главврач. А, они лечат, да? Только они лечат. Что там, что, время теряем. Поехали там в гостинице, Риксы уже ждут там люди, что? Кажется, он затравку миниатюры не знает, да? Что? Объясните ему, что?
А, так что ли? Там, я говорю, прокурору плохо стало. Надо в 7-ю Калкаманскую больницу там. Это. Челюстно-лицевая там надо, отделение поехать. Да. Поехали быстрее, давайте. Ребят, ну мы тогда пойдем, ничего страшного. До свидания. До свидания. Спасибо. Да. Спасибо. Ну что, синий фантомас, так синий фантомас. Давай, синий фантомас. Рахмет, 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 достар. Ну, если честно, ребята, мы вроде бы опытная команда, много лет играли, много лет не играли. Но обратите внимание, про что мы сегодня шутили. Смотрите, случай в клубе, пьяненькая девочка, гей-клуб, потом вот больница, типа там с путанами. Не тема, но что за тема? Марат, Марат, ты правильно подметил. Мы опытная команда. Сегодня мы затронули такие социальные темы, как выборы, выбор молодежи, сексуальные меньшинства и, самое главное, здравоохранение. И пока у нас в стране не решатся эти проблемы, мы шутить не перестанем. Ой, давай, Тамя! Сборная города, спасибо! Спасибо! Это была команда «Сборная городов». Прямо сейчас я хотел бы сказать о том, что это было крайнее выступление, и все команды хотел бы пригласить на сцену. Да, спасибо. У нас уже готовы результаты, жюри уже готовы что-нибудь сказать. Кумар, можешь организовать, вручение? Раз уж ты тут за главного, все. Пригласить жюри на сцену. А я и... на сцену, да, за главного. Ты да, ну, да. Ты смог. Давайте пригласим на сцену жюри. Под ваши аплодисменты. Под ваши аплодисменты, правильно. Вас продакшн, пойдемте, пойдемте. Так, у нас есть индивидуальные призы. И первым у нас вручает Роман Альманский. Можем вас попросить? Здравствуйте, добрый вечер всем. Всем добрый вечер. Рад каждого видеть. Знаете, самое приятное, что осознавая, какую награду сейчас вручаю, для меня, конечно, это немножко шок, но в то же время я вручаю вот такой наградной знак, который называется «Агашка КВН». Тот самый КВН 2019 года. И к удивлению для себя я вручаю эту награду человеку, который заслуживает, наверное, самых громких триумфальных оваций. «Азия Микс». ЛДР, ваша награда пришла сюда! ЛДР, с огромным удовольствием, «Агашка КВН», за все, что ты сделал, все, что ты делаешь, и спасибо, что не заканчиваешь. Давайте громче поаплодируем человеку, который и здесь, и на сцене доказал, что КВН все-таки тот, который мы делаем. Спасибо! О. О. Спасибо, Ильяров. Спасибо. Рома, спасибо. Вот, господа шоумены, учитесь у моего мастера. Как надо объявлять. Хорошо, есть еще одна награда, кто ее будет вручать? Индивидуально, Нуртас. Друзья, я сразу хотел бы забежать вперед. Да, сейчас у нас лучший игрок номинация. Но в командном зачете у нас не участвует ни Азия Микс, ни сборная городов вне конкурсной программы. Без обид, ребята, это была ваша инициатива. Как? В общем, дорогие друзья, да, я вручаю, я сам себе выбрал номинацию, которую я буду вручать. Она называется «Лучший игрок». Просто на этой сцене я раза два-три получал такую номинацию. Да. Давайте не будем об этом забывать. Да. Хорошо, друзья.
С большим удовольствием хочу вручить эту награду. На самом деле, в командах много офигенных, очень талантливых ребят. Да, вот. Но выбрали мы одного, потому что он, наверное, удивил сегодня на 0,001, чуть-чуть больше, чем остальные. Парень, он выступал за... Арнато Дюбергенов. Вот, за сборную городов. Да-да-да, мистер Караганда, да. Друзья, да-да-да. Поздравляю, красавчик, да. Супер. Ему в кино надо сниматься, да. Да, он и снялся в моем кино, да-да. Так что мы с опережением, да, работаем. Ну и следующая номинация. Собственно, лучшая шутка того самого КВН 2019 года достается замечательной команде. Она бы, наверное, просто сегодня забрала бы все. Но мы люди не жадные и всем по чуть-чуть даем. Сборная городов, за ваш замечательный выход с городами. Лучшая шутка. Лучшая шутка команде сборной городов при поддержке генерального спонсора. И далее у нас идут... Да, Best Production поддержал эту команду, и они взяли лучшую шутку. Да, коррупционный механизм налицо. Так, друзья мои, за третье место хотелось бы наградить команду КВН. Почетное третье место в такой замечательный день рождения КВН получает замечательная команда. Давайте подсказочку сделаю. Два слова. Ёпта и чонна. Ирина Кайратовна, конечно, конечно. Второе место. Кто же стал победителем, прямо сейчас узнаем. Екінші орын алған КВН тобы. Команда СССР. СССР! Совет Саудович, Совет Саудович. Помнят руки, да? Помнят руки. Вспоминаем, как вручали. По той же схеме. Давайте. Первое Хорошо. Место. Хочу заявить с этой высокой сцены, что КВН – это единственный проект, который боролся, борется и будет бороться с коррупцией в стране. Поэтому честный, на наш взгляд, борьбе. Я надеюсь, что наше мнение совпадет с вашим. Первое место заслуженно завоевала команда Молбулак Алматы. Yes! Да.